Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а также компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а также рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить, там и покупать себе, и записывать, рассказывать вам об этих колонках, также на Авито и на Юле можно рассказывать. Также GoldDTA, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать магазинные чайные листья, а потом сажать. И покупать за эти 200 этих пугалов и 200 эти, и 30 тысяч собак покупать. Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня. Ты даже можешь собирать и продавать листики и получать на эти... На эти золото и монеты можно получать даже. Золото, вот эти. А если что-то не будет хватать, то значит пополняйте там на счета Яндекса, Киви и другие платежные системы можно пополнять. Также можно выводить оттуда деньги из этой, из игры и получать заработанные деньги. И все. Также можешь получать ежедневный бонус в этой игре Golden Mines. Можешь получать и за гномов жди, а также можешь пополнять для покупок этих гномов. Покупайте гномы. Гном малыша покупайте. За 21 штуки покупайте. А студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40 штуки, а бывалый покупайте 400 штуки, а профит покупайте на 60 штуки. Так и будут больше, много приносить вам доход и больше много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать. Давайте мы приступим к просмотру к этому видео. Так, всем привет, дорогие друзья. Вот я покупал вот такие вот специальные колоночки. Называется этот модель-то. SPM200 Genius. И еще есть разъем для наушников. В общем, я покупал вот такие вот на Авито за 350 рублей. Если вы точно так же думаете, так что и я буду снимать компьютерные техники. За свою цену 350 рублей на поле. Прекрасная модель. Звук довольно-таки чистый. Даже небольшой не репит. Дизайн неплохой смотрится. Симпатично это смотрится. Красиво. Даже смотрится как хорошо на рабочем месте. Басов нет вообще. Но за такую цену, я думаю, их не должно быть. Плохо, что у нас такая вот модель находится на гнездышке разъем для наушников. Разъема. Ему регулятор... Есть такой регулятор тонны, сделан таким уж маленький. Но это плохи... Ну, воспроизводительность такого музыка. Который может воспроизводить любые музыки даже. Классно можно слушать. Они красивые и хорошо работают. Сделано из таких, как из пластика, плохо вращаются. Но впереди раз встаси. И все. После этого, ну что я могу сказать вам? Будем проверять, значит, колонки, как они, значит, поются. И включим на производительность звука. Так что давайте будем воспроизводить звука этот тонный. Так, я этого подключил уже. Так, вход линии. Так, вот. Сейчас проверим, как они будут хорошо работать. Или плохо. Сейчас включу музыку. И вы сами прекрасно сами узнаете, что это вообще за колоночки. Они из пластика сделали. Genius.
Так все пошло. Я видел сон, он был реален. Услышал птицы крик, он душу рвал. Твой облик ясен, но печаль. Так, теперь проверим на наушниках, как они будут воспроизводить красивые звуки. Так, я дальше не могу на телефон там одевать на эти как наушники, как на голову. Ну, детализация звука, она это очень хорошая. Сейчас. Так, слышите, как они поются? Очень, да, слышно, прекрасно. Так. Сейчас включим воспроизводить. Ну, хороший звук, качество пластика, громкие, небольшие размера. Не обнаружено ничего, ни поломки, ни скрипящие. За такую цену отличные колонки взял их, чтобы осмотреть. Иногда можно и фильмы, и музыку, там что-то, игры поиграть и послушать, если вы не меломан. Ну, то однозначно рекомендую я вам на июле там все в Москве или где-то в Самаре покупать вот такие SPM-200 специальные колонки, вы можете эти снимать. Ну, а что касается у меня, качественная сборка металлический гриль эргономично смотрится на столе рядом с монитором. При высокой громкости не хрипят. Динамический диапазон урезается. И звук становится современным, легковесным. Ручка громкости при вращении хрипит. Хорошо дизайнерская разработка сделана. Специальный Genius разработчики такие хорошие колонки сделали. Что говорится, это... Никогда не сдавайся, все будет хорошо, и все будет починено. Сейчас такая вот фирма сделана, а потом продаются, кому не нужны на Авито, на Юле. Я всегда покупаю вот такие вот колонки. Всем спасибо, кто посмотрел на этот ролик, и пожалуйста, ставьте комментарий, заходите на мой этот, на Facebook, и еще на Instagram, и пишите на Ютубе какие комментарии. А с вами был Данил. И зарабатывайте на этот Golden Mines, на эти деньги за гномов. И все, давайте, давайте все до свидания. Удачи вам и пока всем.